Уважаемые телезрители, телеканал АТВ представляет прогноз погоды на 27 июня. Я Олег Шигнанов, ваш ведущий погоды. Всем здравствуйте. По республике без осадков, утром местами туман. Днем по трассе БАМ возможен кратковременный дождь. Ветер переменный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью плюс 7-12, днем плюс 22-27. По центральным районам ночью плюс 10-15, днем плюс 27-32. По южным районам ночью плюс 11-16, днем плюс 27-32. В столицу Бурятии без осадков, ветер переменный 5-10 метров в секунду. Минимальная температура ночью 13-15, максимальная днем 30-32 тепла. Атмосферное давление будет ночью расти и утром составит 715 миллиметров ртутного столба. Днем будет слабо падать до 713. В 1957 году ТАСС сообщил об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты. Это был прогноз погоды на ТВ. С вами был Олег Шигнанов. Ну что сказать, так и хочется спеть песенку «Тополя, тополя, вся Америка в пуху».